знаете о прогнозах, расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – торговая сеть «Медвежонок». 15 октября, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 2 градуса со знаком минус. Днем будет плюс 2. Малооблачно, вечером возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 15 октября – Куприян и Устинья. Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Особыми характеристиками и приметами о погоде в народном календаре день не наделен. Какой бы она ни была, согреет ваших близких наш спонсор – детская обувь «Медвежонок». Красивая и удобная обувь для ваших детей. А на этом у меня все. Желаю вам солнечного настроения. До свидания! Thank you.